The Disease. Леон гигантский. Так, бастион с флагом. Кузница. Нет, библиотека, конечно же. Нет, светорог. Гневорог указывает идти сюда. Не надо Орна, пожалуйста. Найс. Я и сам своего рода Орн. Ну-ка, чё там? Кейтлин. Как тебя зовут? Кенч. Лиссиндрейвен этот. Ну, кстати, разнообразное лобби. Две Китлы. Интересненько. Хочу триплтовера. Шизаунов, возможно. Есть ли хоть какой-то смысл в этом мире собирать 6 пилтоверов? Вы получаете дополнительную награду каждый раунд. Каждое поражение считается за 2. Как это сделать? Двумя эмблемами, что ли? So we stop spinning. Блин, а можно мне Ариану тоже? Типа, я могу сейчас в головорезов выйти, а могу в Ариану. В пилтовер. Походу, придется лочить Ариану. Ха, найдем. Я еще на звездку лочить буду. Ноксус, шурма. Несокрушимая бездна. For who you are. А, есть 5 плюс 6 эмблемой. Ага, понял. Love isn't enough. Can that be? We're not so evil. Ооо, 6 громил, 8 громил с титанами. То есть с мощью титана. Я как-то один раз в начале сета играл, а потом нет. Прощальный подарок такой клёвый. Ладно, я в переносную кузницу. Оу, щит! А что сильнее, облачение сущности или вечная зима? Anybody knows this? Обморожение оглушает. Мне кажется, зима, да? Just might become too weak to stop spinning. Да уже не громила. Уже не громила. Заун стрелок пойдет под пилтовер. Джиггернаут. Джиггернаут Ионя. Я выиграл. Under threat. Принимаю волевое решение. Бэм! Пошли в помойку. Оно! Это Зери билд. Вот это сейчас Зери билд. Вот через руку. Через робо-руку это можно в Зере. Раннюю. 60% шанс применить доп. Атаки. Блин, а может еще клятву защитника в вечную зиму отдать? Зима на Сиджане, имба, все чистый урон начинает наносить. А как это связано? О нет, по-моему, меня ваншотнут. Боньк! Тебя нет. А вот если бы скрафтил все-таки клятву защитника, выиграл бы.
You fucking what? Quote. Oh, this is me, unquote. Что для меня важнее, Jinx или фронт в виде Варвика? Jinx, его фронт. Нет, Jinx, мне дамаг такой-то нужен под Т2 Джейсом. У меня есть Т2 Джейс. Ладно, я принимаю волевое решение продать Ариану. Пассивка Сиджуани. Союзники носят чистый урон 5% хп обмороженным врагам. But here inside my mind... Мне не оставят. Зери-з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 ери. Мне нужен... Мне нужна крытая перчатка. Вау! So unexpected. How they fucking steal my crit gauntlet. Or how it is called, I don't know. О, она вернулась. Because you don't wanna know, quote. Me unquote. And no one understands, my dear, no one really cares. Пойду залипать на видос по ХСР. Давай, Шибочка, давай. Хорошего дня тебе. Saddest was... А что, нельзя, да, почитать здесь Седжу? You never make a sound. I know. Набивание карманов. Пласидиум, куда мы его отдавать-то будем? Давайте думать. Планировщик команды. Сиджуани для обморожения, Зери, Джиггернаут Варвик. We'll pass away. I saw your last one. Может в Джиггернаут, а Джиггернаут Седжо. Защита сильно. А сейчас закрою трейд для Ургу. А, ты думаешь, я в 6 пойду? В 6 заунов? Я думал, можно в 2 остаться просто. Прикол в том, что мне не обязательно 6 заунов сейчас. У меня задира стратегия. 4 фрильорда. Я просто думаю, это оверкил будет. Да как вы достали каждый раз одно и то же. Через заун 2 фрильорда. Может тогда 3 пилтоверцев бахнуть? Типа эмблему пилтовера взять? Лишней не будет, наверное. На 3-5, блин, это еще долго. Because I always say this once. Noxus, возвысится над всеми.
Не поздно для пилота. Мне тоже кажется, что для пилотовера поздновато. Да-да-да, Тирекс надо сразу стакать на лоу-стрике. Я тоже так думаю, скорее всего, сейчас продам просто Ариан ради денег. Ради денег! Значит, фрилерт просто закроем дополнительной эмблемой, скорее всего. Типа, раз вы говорите, что Сиджуани с вечной зимой, хорошо. Можно Громилу взять. И сделать какой-нибудь Варвика Громилой. И если придет, в него придет взрыв. И поскольку он будет Громилой, он будет сильно взрываться. Но вообще 6 зауна все еще топ, потому что рука начнет сразу работать. Чистый урон топ 50%. Оу, щит. Что такое вечный союз? Hold your hand into the sky. Pray for mercy. Манадзен в Джейса. Nice support. Отпор Ургот. Уже поздно. Просто нравится идея его быстрого прокаста плюс скорости, которую, от которой уходят юниты. А ты можешь вот так кастануть? Ну ты и лох, конечно. Hope your hands into the sky. Арена сегодня не планируется? Не, сегодня не планировали. А, Trinity Force, почему он так называется по-русски? Мне еще в прошлый раз Витя тоже говорил. Trinity Force, я такой... Вечный союз, боже мой. Ураборосом хоть назвал. Я даже по картинке не понял, что это треник. Джинкс лучше Манадзен. Так она ничего не делает, типа. Ну, дамажит, но... Не, сейчас, может, и лучше, но потом... Это не точно. Ну, я к тому, что, типа, ладно, мы ее скелетница станила. Я помню, был сет, в котором скелетница станила. The tease. Жесть. Into the sky. Уа, это наш бро. И это наше бро. Но нам ничего из этого не дадут. Мечей нет. Окей. Это хорошо. Прошлый как раз, там станет. Ну вот я же говорю, я помню. Hold your hand into the sky. Представление начинается. Думаем, ну что, 6 заунов берем или нет? Или все-таки Джиггернаут? Это а чел взял ее ради Итема? Я не вижу зери ни на одном столе. Взял зери ради Итема. Ладно. Надо залатать.
кинуть Zaun of Jace. Но он у нас точно будет, но ему не сильно нужно. Вот какой-нибудь фронт, типа. Оу, вау. Еще раз, что ее пассивка? А когда союзники атакуют обмороженных, они наносят дополнительный чистый урона. Понял. Ну что, или Фрильорд берем эмблему. Мне кажется, эмблема Фрильорд звучит вкусно. Мне не нужно 6 зауна, когда у меня уже есть роб-рука. Поехали. Че, никто не хочет песенки какие-нибудь? А то я свои слушаю, мне весело, конечно. Это, кстати, последняя песня просто. У меня альбом заканчивается. Бля, Сиджи просто до конца выжила. Жесть какая. Gets in the way. Проклятая? Где Бибега с своим плейлистом? Ага. Виден Крылён. Так, зоркий глаз Офелий. Буп. Обмораживается после семи, оглушается. Жестко. Минус бабло, в смысле? Когда? Чего я сделал не так? Блин, торгон, кстати, был. Так, у меня проблемы. У меня нет итема. Ну ладно, почти есть Генса и, допустим, Last Whisper. Стоп. Почти есть Генса. Я такой, гений. Блин, может в Т3 соберется? Мне столько джейсов приходило все это время. С другой стороны, это почти левелап. 6 золота плюс. Да. А ты здесь зачем? Надо было левелапать. Можно перчатки вора в Урготу. Он как милишный танк, типа ему всякое зайдет. Блин, а есть еще альбом Evans Blue? Ладно, не, я устал их слушать. А что слушать, я не знаю. I have no idea. Один чемпион пятого. После каждого четвертого бесплатный. Бронзовый билет, конечно, кал. Блин, оборона клевая. Оу-оу-оу. А, у меня Седжу... Стоп, или это... Как это произошло? Песню надо придумать. Музыка. Музыка, что я хочу? Давайте какую-нибудь классику, я не знаю. Яманамам. Вот тебя, например. Да, я подумываю насчет перчаток вора Вургота, но еще я подумаю насчет Ласт Виспер. А, зачем мне Ласт Виспер? У меня же Фрильорд. Конечно, перчатки вора Вургота. Но здесь еще кусок финика лежит для Зери, поэтому... Да, в Зери никто не играет. И что я купил? Торский Громила. Блин, Громила, кстати, наверное, лучше, чем Джиггернаут будет.
Внезапно. Хоть ты эпический, но я лучше в левел потихоньку пойду. Да, зелье сейчас слабое, но с вот этим итемом должна быть норм, мне кажется. И под Джейсом с Манадзеном. Ну, не итемом, а с роб-рукой. Ну, хотя бы потестим. Я хочу потестить Т2 зелье с роб-рукой в 2 зауна. Почему у меня 3 зауна? Потому что... А, так вместо Джинкс будет. Так мне вообще, в принципе, Ургот особо не нужен. Ну, так чисто, как фронт. Так мне надо было Ургота продать и этого оставить. Ты хотя бы... А, ну или... Не, Ургот... Окей, Ургот лучше Варвика, будем честны, да? Master of War... Меч! Я прям вижу, как за ним бегут. Тогда за еще одним... За еще одной перчаткой. Зелье неиграбельно вообще. Я сегодня уже видел, насколько слаба Т2 зелье. Сейчас тест номер 2. Успокойся. И потестить. Will be shown. Indestructible. Знакомая песня, ну. Every broken enemy will know. It's about to take a last throw around. Кстати, зоркие глаза закрыты. Фелием. Блин, она каким-то образом дамажит. Если Джинкс дамажит Т1, может, Зери будет в этой композиции с роб-рукой дамажить? Лол арену сегодня не планировал, нет. Здесь сегодня в полусне. Indestructible. Истиварик вместо громилы закрыть третий фрильярд, чтобы у врагов вытягивалась мана. Ну, так бойцы получают 100 хп. Around one. Или вот так вот сделать. Таргон все равно не закрыт. Ты хоть дамажил? 1200. Я думаю, что замедление врагов по мане будет полезней. И Ургот с Рабадоном сейчас щитанется на 1000000 хп. 720. Всего лишь на 320 больше. На 220. О, Т2 Офелии с золотым билетом в 7 уровне. Пятерки экономики. Красавчик. Лишь ни одна зелья не пришла. Стоило только пожаловаться. Indestructible Master of War. Еще посмотрим, что сделать. Ты тоже морженьки даешь? Нет, ты увеличиваешь урон по врагам. Фурол. Респектабельно. Unforsaken. Then the night beyond this portal take the word of one immortal. Джинкс 4 заун. Кстати, возможно. Ну а зачем он мне? Блин, у меня нет итемов в зере.
Жесть. Я так понимаю, я сейчас создаю солярий плюс перчатки и отдаю каплю в тебя. Ну, 4800 и один. Ну, а есть. А ты что закрывал колдунов? Блин, а колдуны вкуснее, кстати. Стрелок. Два стрелка. Смысл от солярия? Не знаю. Что бы был? Бля, жесть, как он мало статов дает. Последний заун вместо колдунов. Ну раз зелье никто не собирает, значит ее надо в Т3 вести. Сейчас посмотрим баф зауна. Если говно, то выкинем. Если хороший, то оставим в урготике. Это взрыв после смерти. Блин, в Ширшика и в Ургота все-таки хорошо. Лучше, чем колдуны. For eternity. Did begin another. Что с тобой делать? Четыре стрелка вряд ли, урготы. У этого я... Блин, а может лучше Сену вместо Джейса? У меня как бы почти Т3 Джейс, но может лучше Сену? Щит на 250, в нее же мана Дзен. Джинкса Сена. Но это в девятом. Это в девятом, потому что сейчас я ничего продавать не хочу из этого, из того, что у меня уже стоит. Готов ли я выходить в девятый? Я не уверен. Я хотел ролить Сена. Джиггернаутова эмблема в Ксонте. И ни одного дэмэдж айтема. Да вы издеваетесь. У меня ранение есть? По-моему, нет. Инфайр будет. Блин, у меня реально такое чувство, что Сена сильнее, потому что она будет щит накидывать два раза подряд довольно быстро за счет мана Дзена. Блин, она еще и собирается, жесть. Джинкс вместо Эка. Да, можно. И, и последнего стрелка в конце выставить. Да. О, oh, no, мы проиграли. На Шору. Чё, мне фронта не хватило? Почему такой жесткий? Ты успел хоть два раза кастануть, интересно, или нет? Так, ладно, я... Блин, я не знаю, вылетаю или не вылетаю. Шесть задир сумеречные. Yes, I'm alive. Отныне и навсегда. Все дороги ведут к Шуриму. Я всегда помню, он придает мне силы.
Бельвет там ТС-2 с флотами. А, не обратил внимания, кстати, на хорошие темы. У меня что-то Кургот стоит. Блин, я еще не смотрю на его итемы. У него сейчас хороший этот... Пресмертный шепот. Нужно было справа поставить, а Седжу где-нибудь в центре на битву. С расстановкой сейчас вообще не подумал. У него слишком много стаков. Недостаточно много, чтобы не вылететь. Да, у меня нет контеста. Мне не надо в девятый идти, мне надо... И вообще тебя сюда поставить. Кстати, тебя тоже можно куда-то ближе во фронт, чтобы вы статы получали. Или можно сделать... Не. Офелия на Зере побили? Да, ну тут... Библиотек в Пласидиуме. А, нет, ну тут этот... Говно. Опа. Ну, хоть что-то. Перчатки вора. Турнмейл некуда давать, да? Особо. Жесть. Ну и итемы. А, генсу какую-нибудь или клинок смерти. О, у меня зелье без трех итемов. Я такой, сейчас бы какой-нибудь танковый итем взять, да? Типа, нормальный план. Давай, первый щит есть, второй. Где урон? Посмотрите, Ургот нанес больше. Он, правда, взрывом нанес. 5000 есть. Ладно, есть какой-то урон. Давай, говно. Близко, это близко. Тут есть какой-то музыкальный плейлист? Нет, я просто слушаю, выбираю какой-то рандомный альбом и начинаю его слушать. Все равно барон чуть-чуть подкинет наших юнитов, да? Но... Да ничего, не так уж и чуть-чуть. Стоп, а что, яйцо не раскрылось? Это типа у фейка не работают трейты или что? Нани? Не пофиксили баг? Это только с нашором или... Так, этого я должен вынести вообще в нулину. Не контестит мне этот... А, контестит, забрал одну зелье, тварь. Я не думаю, что мне надо даже расставляться здесь. А чё, Genshin на ком до 48 гигабайт нормально закачивать, а после скорость не больше 20 килобайт. Да просто закрой и обнови еще раз скачку. Скорее всего, пойдет нормально. Там бывает у них давно бага. А, я точно? Я имел в виду, что я его как бы выиграю. Да, выиграю, вынесу в нулину. А этот против меня, наверное, играл, да? Зери, Т3! Е-е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 
Че, в левел или... ГГ, она, наверное, же справится. Да-да, наверное.
А, да, с Т3-ясиком. О, еще ясик сейчас в бэклайн мне придет, да. Ну, будем надеяться, что щиточки от сены затащат. Ясика убили. О, найс. Хорошо. Give into the night. Ты два сена затащил? Возможно. Я не успел глянуть последнюю статку битвы, к сожалению. Ну это Ясу с двумя итемами, и один из них бездна. Типа, да, у него есть два кура итема, я бы сказал, да? Ну, типа, плащ точно, чтобы не умирать в бэклайне. Мне надо было в Т3 апать, статистику подпортили. Насколько? На 0,01%? Ну, а из хороший забег. Вот и проверили, зерь хороша, даже в двух заунах. А, у нас 4 было. Ну, то есть не 6 заунов, главное, чтобы роборука была в ней. Главное роборуку вытащить. Ну и в Т3 собрать, типа. Че, сложно, что ли?